Всем доброе утро. Кто добрался до зарядки, тот молодец. Друзья, я продолжаю этот такой физкультурный интенсив, потому что мне хочется рассказать о том, что, о том, как взаимодействует ваше тело, какие лучшие упражнения делать. И первое, что вы должны понимать, что огромные нагрузки. Сейчас, одну минуту, почему-то. Да, ВКонтакте зависла кнопка. Сейчас, одну минуту, извините. О, все, заработало. Ну так вот, я хочу рассказать о том, что большие нагрузки, да, в тренажерном зале, они вам не дадут большого толка, вот, потому что организм работает очень тонко, и каждое движение технически вы должны очень хорошо продумывать, просматривать и делать лишних движений. Вот. И как всегда я начну с, так сказать, я начну с упражнения, которое как бы восстанавливает баланс всего организма, потому что делая упражнения на отдельной части, да, тела, вы не сможете проследить именно взаимодействие мышц всего тела. Да? Вот. Смотрите, вчера мы делали упражнение вакуум живота, да, вот, и я говорил, что поза из йоги Тадасана, да, поможет укрепить все тело и поставить мышцы на свое место. Есть как бы главный принцип, что когда вы втягиваете живот в себя, вы расправляете грудную клетку, вот, и еще есть один принцип, вот именно в этой позе его можно увидеть, что когда вы выдвигаете таз вперед, втягиваете живот, видите, меня немножко раскачивает, да, вот, вы можете наблюдать, как мышцы ягодицы, мышцы ног, опять же, правильно стоят, мышцы живота втянуты, и тогда вы получаете ровную осанку и подтянутый живот. Ну, давайте начнем делать. Может быть, да, так будет лучше. Нужно поставить ноги вместе, развести пальцы максимально далеко на ногах, выдвинуть таз вперед, вот найти вот это положение, да, вот эту струну внутри вас, подтягивайте коленные чашечки, бедра, ягодицы, живот, руки. Делаете вдох и расправляете грудную клетку, пальцы рук тоже можете растопырить, чтобы у вас было напряжение. Начинаем, я считаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Закончили? Да, очень важно, чтобы ваши ягодицы напрягались, и потому что если они напрягаются, значит баланс тела не соблюдается. То есть большая идет нагрузка на внешнее бедро, а другие мышцы не работают. И, соответственно, это все отражается на вашем позвоночнике. Вот следующее упражнение мы возьмем из общей укрепляющей физкультуры. Называется, значит, рывки руками с поворотом корпуса. Поехали. Опять же, задача раскрыть грудную клетку. Раз, два, три, четыре. Раз, два,
три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Очень важно, когда вы делаете упражнения, следите за техникой, еще раз повторяю. Потому что сколько бы мы ни занимались физкультурой, на самом деле никто этого не делает. Все делают непонятные движения, но при этом, как бы, что они обозначают, это никто не знает. И как бы, на какие мышцы именно они, с какими мышцами они работают. Так, мы возвращаемся, как всегда, делаем упражнение предыдущее. Посмотрите, да, если вы можете в зеркало, посмотрите, чтобы таз находился на своем месте. Если вы таз не выдвинете вперед, есть шанс, что образуется изгиб. Это очень плохо, вот излишнее напряжение сюда. Везде должен быть баланс. Выдвигаете таз чуть-чуть вперед, ноги вместе, подтягиваете коленные чашечки, живот, руки вытягиваете прямо, делаете вдох, разворачиваете грудную клетку. Я считаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Да, ежедневно наблюдайте за своим организмом, потому что все ваше тело – это как бы ваша же здоровая психологическая обстановка. И еще разочек. Рывки руками с поворотами корпуса. Нашу научную объяснение. Раз, два, три, четыре. Ноги на ширине плеч. Неправильно начал делать. Еще раз. Раз, два, три, четыре. 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 Опять же, обращайте внимание, если вы делаете у зеркала, да, что руки должны быть вот прям идеально ровными. Вот так вот, да, чтобы вы так не делали, потому что сразу зажимаются мышцы на спине, это очень плохо. Так, по два раза сделали. Следующее упражнение делаем. Опять же, оно на стопы. Смотрите, два варианта. Есть облегченное, да, это упражнение, есть необлегченное. Вам понадобится, вот у меня подготовлены вот такие книжки, и вот можно взять для йоги кубик. Вы ставите одну ногу, вот смотрите. Ну, на самом деле упражнение, вот те, кто не могут, просто могут вот так ровно постоять. Сколько-то секунд, не знаю. Но если вы первый раз делаете, мне кажется, вам должно быть тяжело. Секунд, наверное, ну, 15 максимум. Вот. Для продвинутых вы ставите руку на кирпич, вытягиваете руку вперед и вот растягиваете мышцы. Вот здесь мышцы ног и вот здесь. Вот я считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Не знаю, можете мне написать, насколько вам было тяжело. Вот. Я делаю на другую сторону, но я даже еще поставляю две книжки, потому что у меня очень плохая стяжка. Надо это признать. Не все тренера могут сделать все, что говорят. На другую ногу также опираемся или делаем облегченный вариант. Считаю. Раз, два, три, четыре, пять,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, допустим, все, для неподготовленного зрителя будет достаточно. Мы еще вернемся с вами к этому упражнению. Следующее упражнение сделаем, которое мы уже делали на прошлой неделе, стандартное. Смотрите за вашими руками, да, чтобы вот у дирижеров, дирижеры часто делают такие упражнения, чтобы освободить отдельно кисть, отдельно локоть, чтобы рука была свободна. Вот для этого нужно делать такое упражнение. Значит, повороты кистями, потом локтями. Поехали по, не знаю, дайте, сколько я сейчас, сколько насчитаю. 30 раз мы делаем. Сейчас начнем, решим сколько. Каждый пусть может делать, как ему удобно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще раз учу. Раз, два, три, четыре, пять. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь локтями. Раз, два. Смотрите, чтобы у вас не прыгало, да, рука не вверх, не вниз, чтобы она была параллельно полу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И по пять. Раз, два, три, четыре, пять. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Идеально. Так, делаем предыдущее упражнение. Вот первый раз делали, обычно, это как бы организм только приспосабливается. Второй раз делаете, уже как бы что-то получается. А третий раз, все, наконец-то начинают напрягаться те мышцы, которые должны напрягаться. Но мы третий раз с вами не успеваем делать. Так вот растягиваемся и прям в линию, что мы считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Шикарно. Развернулись, передохнули и в другую сторону. Ну, вообще, во всех книжках и во всех видео говорят о том, что правильно выполнять упражнения от 30 до 60 секунд. Ну, мы с вами только начинаем, поэтому поставим 20 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отлично, спасибо. Так, и предыдущее упражнение, которое мы с вами делаем на руки. Вращение кистями и вращение локтями. Поехали. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И пять вперед. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, обратно, четыре, пять. Прекрасно. Я надеюсь, вы почувствовали мышцы рук. Да, я не делал вот это вот упражнение, вот, потому что оно очень сложное на самом деле. Его делают во всех школах и вообще вот во всей нашей образовательной системе, но вы должны понимать, что когда вы делаете вот это упражнение, ваш организм просто болтает в стороны, и чтобы делать его правильно, нужно очень четко зафиксировать все мышцы вообще, чтобы делать вот правильные повороты, да, правильно руками крутить вперед и назад. Вот. Ну, давайте мы к этому с вами постепенно подойдем. Итак, возвращаемся к йоге, немножко потянуть, опять же, мышцы рук и мышцы спины. Кстати, вот обратите внимание, да, в прошлый раз мы делали
другое, сейчас, извините, вылетело из головы. Мы делали другую позу, поза героя. Вот, вот здесь также нога должна быть вот прямой, она не должна прям не налево, в ту сторону я сложно, ну, посмотрите, чтобы вот она была прямо, знаете, как на рельсах вы сидите. Вот, садитесь так аккуратненько, выворачивайте руки, обязательно расправляйте грудную клетку, чтобы дышать полной грудью, втягивайте живот, делайте вдох и тянемся. Ну, упражнение довольно легкое, смотрите за ногами вашими, чтобы они прямо шли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, 26, 27, 28, 29, 30. Отлично. И я пришел к упражнению, которое мне посоветовала мама одного из моих учеников. Я на прошлом эфире спрашивал про дыхательную гимнастику с тренинга. Вот было предложено такое упражнение, называется насос. В прошлый раз были, на прошлой неделе было упражнение ладошки, а на этой неделе упражнение насос. Запоминайте. Итак, ноги стоят на ширине плеч. Вам все, что нужно сделать, это представить, как качается насос. Но самое главное, вы должны обращать внимание на темп вашего, на темп, да, он не должен быть очень быстрый или очень медленный. И следите, чтобы грудная клетка раскрывалась. То есть упражнение ладошки – это такой первый этап, просто немножко размяться, как я уже, да, говорил. А здесь нужно еще больше расправлять грудь и дышать. Значит, мы стоим прямо, на самом деле. Да, не сильно наклоняемся, руки расслаблены, ну, можно чуть-чуть их сжимать в кулачки так, для своего же образа. Делаете вдох, максимально надуваете, да, чтобы ваши легкие, чтобы все ваши ребрышки расправились. И выдыхаете ртом, да, носом вдыхаете, вдыхаете ртом. Поехали, 16 раз делаем, 2 раза по 16 раз. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Отлично. Передышечка, я пока скажу пару слов. Первое. Вообще дыхательные гимнастики делятся на там, где нужно дышать активно, а вот есть еще другой вид гимнастик, там, где вообще почти не надо дышать. Потому что когда мы дышим с вами, мы же тратим жизненную энергию, да, вот. Но каждому подходит свое, но для духовика, да, для саксофониста очень важно дышать активно, потому что, ну, мы играем на инструменте, если мы не будем дышать, просто звука не будет, вот. И, опять же, активный вдох, когда у вас маленькие фразы, да, одна фраза и другая, и нужно быстро взять вдох, чтобы наполнить следующую фразу звуком. Ну, еще раз пробуем, еще раз, 16 раз, да. Вдох носом, выдох ртом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Да, это упражнение более продвинутое, потому что, смотрите, когда вы немножко поднимаете плечи, вы даете возможность раскрыть грудную клетку. Когда мы делали ладошки упражнения, да, там все-таки не было стольких разных движений. Вот, там было все фиксировано. Вот, и еще раз возвращаемся к предыдущему упражнению. Поза ребенка с вытянутыми руками. Садимся, вот так вот, да, смотрим, чтобы ножки были ровно. Делаем, втягиваем живот максимально, чтобы
Все, ваша спина, чтобы почувствовать весь ваш позвоночник. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Ну да, если вы будете самостоятельно делать, мне кажется, это самое вообще приятное упражнение, потому что все мышцы рук и мышцы спины тянутся, и при этом не надо прилагать никаких совершенно феноменальных усилий. Делаем упражнение ладош, еще раз повторяем дыхательную гимнастику. Делаем носом вдох и на выдох потом. Я сейчас считать не буду, считайте сами. Поехали. И останавливаем дыхание, те, кто задохнулся. Пару вдохов. Сейчас, пока идет передышка, друзья, у меня такой вопрос. Вчера просто в 8 утра в Инстаграме не было ни одного человека. Вот. Поэтому вопрос... А ВКонтакте было много довольно людей. Вот вопрос заключается в том, что на следующей неделе, если проводить зарядку, проводить ее все-таки в 8 или лучше в 9 утра, чтобы все могли проснуться. Вот. Подумайте, напишите в чат. А мы еще раз повторяем упражнение. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16. Да, и второй вопрос, это как часто нужно проводить зарядку? Некоторые пишут, что надо каждый день проводить. Сколько людей проголосуют за то, чтобы каждый день проводить зарядку? И насколько, вот, может быть, у вас есть предложение по поводу упражнений? То есть, ну, по одному упражнению, если вы кинете, мы можем разобрать какие-то упражнения. Но на самом деле... Я прошлые эфиры проводил две разные зарядки, но они есть, конечно, повторяющие упражнения. Но в целом я все время добавляю упражнения, что может быть не очень хорошо, потому что надо, чтобы вы в течение какого-то времени, там, в течение двух недель, допустим, делали одни и те же упражнения, чтобы максимально правильно их научиться делать и правильно их почувствовать. Вот, значит, ну, что-то я уже сегодня затягиваю, 24 минуты. Последнее упражнение, которое мы сделаем, оно не связано никак с организмом. Точнее, оно связано, но не с телом, а с нашим языком. Очень часто во время игры возникают различные зажатия, да, челюстные и гортанные. Вот. И чтобы нам нужно постоянно расслаблять гортань. Вообще, чтобы расслабить гортань, вы что можете сделать? Вы можете просто так сделать, взять самую низкую ноту. Да, и вот вы почувствуете, как вот эта штучка, она опустится вниз, кадык, да, опустится, и гортань расслабится. Вот, ну, мы сделаем такое упражнение, очень интересный канал я нашел, там девушка рассказывает про, вот это называется йога-войс, да, вокальная йога. Значит, что нужно сделать? Вот ваш язык лежит, вы открываете рот, вот лежит ваш язык, и нужно... сделать вот такую штучку, колечко, да? Оно так, кстати, упражнение называется, колечко. Открываете рот, делаем язык колечком, дотягиваясь, там вот такая штучка висит, такая, называется нёбный язычок. Вы дотягиваетесь до него, и нужно продержаться, ну, вначале, опять же, хотя бы 15-20 секунд. Давайте про себя считаем.
Ну, хотя бы, да, 15 секунд немножко расслабьте. Я вот, кстати, делаю, со временем как бы все это расслабляется, и уже не так тяжело это делать. Сейчас может быть такое, ну, ощущение неприятное, да, что язык немножко болит. А второе, что она делала, очень интересно, значит, помимо того, что вы должны сделать язык колечком, вы должны еще, ну, опять же, мучать самую нижнюю ноту, да, чтобы почувствовать вот самые нижние ноты и самое низкое положение гортани. Давайте попробуем. Вот можете положить, чтобы чувствовать вибрацию. У меня слабо получается, да, это все очень смешно выглядит, вот, наверное, не для эфира, но, в общем, вы сами можете дома потренироваться, если вы играете на каком-нибудь духовом инструменте, делайте такое упражнение, потому что, ну, в основном, как бы, не обсуждают положение гортани в музыкальных школах, ну, вообще, это такой вопрос, как бы, его не сразу обсуждают, но если вы будете выдыхать, и ваши связки, и гортань будет опущена, и выдыхать, у вас будет более активный поток дыхания. Вот. Друзья, ну, сейчас я проверю чаты. Вот, я со всеми прощаюсь. Желаю здоровья, прекрасного настроения, творческого подъема. Вот. И, скорее всего, в воскресенье мы поговорим с вами просто на какую-то серьезную тему. Вот. И посмотрим, когда мы сможем вернуться к зарядке. Там, в следующую среду, во вторник, во сколько это будет, и